ужас. Ты так издеваешься, да? Ох, это не имеет никакого смысла. За что? Эй! Пожелаешь парить? Мы атакованы! Жми давай! Разве это не здорово? О боже мой! Искать причины убийства и валет. Ужас! Жалкий! Да ладно, чувак, я звоню Копа. Дебилоид. Это же машина, чувак. Машина, ты что, с ума сошел, мать твою, за ногу? Что за херня? О, слишком близко.
Эй, ты только что превратил это в ведро. Черт побери! Ну, в чем дело? Садись и смотри прямо. У меня мало времени. Я знаю, что тебе нужны деньги. Майкл говорил тебе о Life Invader. Черт, так это ваша работа. Смотри вперед. Мы не знакомы, просто болтаем. И не делай вид, что тебе нравится Джей Норрис. Ох, я даже не знаю, кореш. Да, этот парень использовал детский труд. Похищал и продавал личную информацию. Кроме того, он воровал идеи у своих друзей и при этом строил из себя миссию, но... Я не думаю, что этот чувак заслужил, чтобы его долбанную башку разнесли в прямом эфире. Ну вот, ты принадлежишь к моральному большинству. Неудивительно, что мир в таком дерьме, если даже наемный бандит начинает корчить из себя целку, когда ему предлагают заняться бандитской же работой, и притом ради благой цели. Нет, ты послушай, кореш, мне нравится разносить головы всяким долбанным придуркам, не меньше, чем любому чокнутому мудаку, но я не считаю это добрым делом. А почему нет? Это ведь даже не головы дураков, это головы мудаков, и не только головы. Если мы бьем машины, дезинформируем, подделываем улики, словом, делаем все, чтобы испортить жизнь этим скотам. Знаешь, мы изменим рынок под себя и заодно исправим парочку несправедливостей. Черт, ладно, идет. Тогда, ты слышал о Моллис? Еще бы! Так вот, есть новые Моллис, Супер Моллис. Они называются Приапол, и от них у живых случается трупное оконенение. Вот только Брэд Лаури, исполнительный директор Билган Резерч, подкупил управление по контролю за продуктами и лекарствами. Ему плевать на то, что его таблетки для эрекции доводят до инфаркта отчаявшихся мужиков среднего возраста по всему миру. Черт, это гнусно. И не говори. Толстосум Лаури проживает в отеле фон Кростенбург в Ричмонд-Хилл. Конечно, его хорошо охраняют, но если он исчезнет, Америка снова перейдет на Моллис. И биржевая цена бета фармацевтикал сильно подскочит. Ну вот, черт. Ладно, похер, я все понял. Я знал, что ты поймешь. Советую тебе взять снайперскую винтовку или бомбы-липучки. В общем, на твое усмотрение. Сделаешь это как захочешь, любым способом. А я позабочусь об инвестициях. Все, мы об этом больше не говорим. Теперь двигай, а я посижу здесь, пока ты не уйдешь. Ты хочешь привлечь к нам внимание? Я люблю тебя. Правильно, правильно. Привет, тихо.
черт, а? Ты дебил. Разойдитесь, освободите проезд. Смотрите в оба, что не так, сразу вмешивайтесь. Посмотрим, удастся ли нам хоть один день обойтись без хиппи с их анти... Босс ранен, скорую, живо! Мне нужно подкрепление, есть кто-нибудь рядом? Ответьте немедленно! Подозреваемый, последний раз, выделил. Вытащим отсюда! Левом, спортивное мосто. Дебилоид. А кто этот мудак? Это просто замечательно. Тачка, дебил! Господи, черт! Вон вон там! У нас есть данные о подозреваемом.